Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в этот замечательный весенний теплый день, теплый вечер в клубе Алексея Козлова. И в ближайшие полтора часа мы будем играть для вас нашу авторскую музыку. Несмотря на то, что начали мы с композиции Макоя Тайнера, которая называется «Blues on the Corner», я с огромным удовольствием представляю музыкантов. Это Алевтина Полякова, тромбон. Алексей Беккер, клавишный. Макар Новиков, контрабас. Александр Зингер, барабаны. И продолжим мы с моей композицией, которая называется «Лестница». Thank you.
Thank you.
спасибо большое. Это была моя композиция, которая называется «Вальс для Лены». И продолжим мы с композицией Алевтины, которая называется «Sometimes I was wrong», что переводится как «Иногда я бываю неправа». Thank you.
Спасибо большое. Так случилось, что, к сожалению, очень немногие представительницы прекрасного пола занимаются музыкой, играют на инструменте, особенно на тромбоне и джазовую музыку. И нам посчастливилось иметь в коллективе именно такого человека. К тому же Алевтина, помимо того, что играет на тромбоне, она еще прекрасно поет. И следующим номером давайте попросим ее спеть композицию, которая называется «Solar Wind» — «Солнечный ветер». Thank you.
Thank you.
Thank you.
на композиции, которая называется «Красиво». И в завершении мы сыграем две композиции Алексея Беккера. Первая из них называется «ПТ», что расшифровывается как «Последний танец». И заключительная будет «Блюз плюс флюз». Thank you.
Thank you.
Ковалевым, Алексей Бекер, Макар Новиков, Александр Зингер. Меня зовут Андрей Красильников. Вечер продолжается. Сейчас хочу тебя оставаться. Спасибо большое.